Большая вода уже несколько дней стоит в населенных пунктах округа. В Великовисочном за сутки она поднялась с 860 до 863 сантиметров. Подтопленными оказались около 60 придомовых территорий. Вода медленно продолжает прибывать. Об этом в телефонном интервью нашему телеканалу рассказал житель Великовисочного Владимир Максимов. Черный пол затопило, а черный пол у нас метра с лишним от земли. Лодка у дома стоит. С прошлым годом тоже так же было. На прошлый год резко пришла. А сейчас это потихоньку и дошло до прошлого года. И сейчас комиссия будет в пятницу смотреть и акты составлять. У кого что как. А как-то компенсирует вам это? Прошлый год компенсировали. Ну что, 20 тысяч. Что я 2 куба плах купил, когда куда мне не хватило никуда. На же черный пол, землю надо скидывать, белый пол скрывать. Ну и опять работы полно. По гидрологическим прогнозам, по всем постам на Печоре от Тошвиски до Осколково вода за сутки поднялась от 0 до 7 сантиметров и больше подниматься не будет. Везде идет спад, везде. Даже Юрмица сегодня дала спад. И у нас тоже прибывает, но прибывает уже меньше, меньше, меньше. Это вот добегание воды вот реки Уса. Вот Оксина уже стоит с утра на одной отметке. Падать, конечно, пока еще рановато ей. Может, к вечеру начнется спад. Максимальные уровни воды в Нарьян-Маре ожидают 4 июня. Вода может подняться до отметки в 550 сантиметров.